день. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Ілюзіоністи витрачають дуже багато часу для того, щоб засвоїти бодай один номер. Вони ковтають металеві предмети, знаходять гроші у ваших кишенях, а сьогодні прийшли до нашої студії. Як живуть та як працюють ілюзіоністи, брати Рай, сьогодні в нашій студії. Це Ілля та Олександр. Дуже рада бачити вас, хлопці. І добре, що прийшли. Я так думаю, що ми сьогодні зможемо показати багато чого. І, можливо, ви поділитесь своїми секретами, як ви робите той чи інший фокус. Ну, я думаю, да. Соком. Спасибо. Будь ласка. Ну, і я думаю, що ми почнемо з того, що ви трошки розкажете про своє життя. Як так сталося, що ви стали ілюзіоністами? Как так случилось? Ну, смотри, мы вообще такие с Ильей довольно-таки алчные люди, любим деньги. Вот, ну, так уж повелось, я думаю, все любят денежки. Ну, и любим чудеса, честно говоря. Вот как-то, честно говоря, в этот мир магии нас изначально привели, так сказать, желание заработать. А еще можно, так? Ну, можно, да. Мы вот сегодня вам игру принесли, как раз ее покажем, так, как можно на ней заработать. А, то есть вы в вольный час занимаетесь? Ну, мы с этого начинали. Мы начинали с этого. Ну, давайте с ней начнем. Я много бачила таких, знаете, как наперстки называются. Такие. Вот в том-то и дело. Смотри, у нас в Украине сейчас наперстки запретили. Так. Поэтому мы взяли орешки. Орешки можно. Вот, закон мы не нарушаем. Давай я так покажу, как это вообще работает. Но, честно говоря, раньше мы на этом зарабатывали, но сейчас стараемся людям объяснять, почему не надо играть в такие азартные игры. Ну, сейчас мы тебе объясним, да? То есть, смотри, смысл игры. У нас есть три орешка, да? То есть есть шарик. Ну, твоя задача просто проследить за шариком. Ну, добре, я слідкую. Я дуже уважно, дивіться теж. Смотри, да, то есть мы накрываем его, двигаем, правильно? Так. Надел? Ну, ты же ничего не сделал, ты же только туда-назад повел. Ну, не, ну это было сильно просто, да? Ну, так не может такого быть, он так. А как так, от, скажи, я не розумію, ты же ничего такого не сделал. И пальцы, я так уважно дивилась, думаю, ну это же между пальцами, мабуть, у тебя что-то есть. Давай медленно, давай. Смотри, накрываю, двигаю, правильно? Один, так. Второй, третий, сюда. А где? Ні, ну я не знаю. Ну він повинен бути тут. Ну, як так стається? Не знаю. Якщо в тебе між пальцями є ще один, може таке бути? Ні. Давай я об'ясню, да? Я обычно объясняю, как это работает, да? То есть смотрите, если ты накрываешь, да, двигаешь орешек вперед, забираешь шарик, да, то есть все, его забрал. Видишь, его нету, да? То есть вот берешь орешек, да, то есть ложишь обратно, Саш, да? То есть вот так, да? Як ты его забрал? Ты мне не можешь, я же дивлюсь на твои пальцы. Вот почему я объясняю людям, что не надо играть в данные игры, потому что мы вдвоем с Ильей, ну, так сказать, умеем катать орешки, да, и никто друг у друга не выигрывает. А, тобто поэтому ви, даже ты не люди... знаешь, куда он может покласти, в какой момент? Нет, здесь уже идет как бы, то есть... 30% угадать, даже вот если ты знаешь, там, допустим, вот этот, просто поднимаешь, когда начинаешь играть, там, то есть только 30% выиграть, и то чисто наугад. А, слухай, давай я спробую зараз, от просто наугад. Ти це зробиш, а я просто, я не буду слідкувати, давай. Ні за чим, просто так подумаю. Смотри, ну. Накрыл. Да? А где? Може тут? Ні. Это было просто, да? А ти нічого не зробив, ти бачиш? Ну, я не всегда его забираю. Ну, просто. Це жах. Я скільки бачила таких людей, які стоять отак от в черзі, багато стояли, так, особливо на морі, коли всі відпочивають. У нас люди дуже азартні. І хочуть всі виграти, так? І ти ж бачиш, скільки там грошей тобі пропонують, і все, і хочеш виграти. Але ж не так все просто. Окрім, ну це добре, це ви з цього починали. По що потім? Ви захотіли більшого? А почему бы и нет? Не, мы поняли, что можно удивлять людей, можно обучаться этому искусству. И каждый может научиться. Мы даже пробовали с Ильей сделать школу магии. Но дети не очень хорошо учатся. Да, я вам скажу, что на самом деле выучить ребенка хотят родители. Вот. Ребенок сам хочет, ну, вот в основном парни, они хотят уже, когда постарше, да, там, 16-17 лет, когда им начинают нравиться девочки, да, вот, тогда они хорошо берут и учат, они знают, зачем они это учат. Ну, чем можно здивувати девчину, например? Это же квиточку может какую-то достать извините. Да, можно при... Есть в тебе, Саш, квиточка? С собой. Уже удивил, да? Я уже удивил.
купил, поэтому у меня уже 12 лет мои квиточки, поэтому я уже больше этот номер не показываю, все, хватит. Так, а что у вас, какие найлюбленіші, какие номеры, якими ви могли здивувати навіть уже таких досвідчених ілюзіоністів? На самом-то деле, вот удивить там типа досвідчених ілюзіоністів, то есть, ну, это очень сложно, потому что в основном из фокусов, в мире фокусов никто ничего нового уже не придумывает. То есть все то, что новое, это хорошо забытое старое, приправленное новыми технологиями. То есть раньше не было печатных станков, использовали для двойных карт две карты, сложенные вместе. А сейчас, то есть уже есть печатный станок, то есть все это могут сделать. И в принципе, как бы, да, ну, фокусы недостаточно сильно развиваются так, чтобы что-то новое выходило, что-то новое выпускалось, то есть там новый материал, который выходит, я смотрю видео, промо, и все, вот новый номер в программе, сразу после просмотра промо. И все, есть, у вас все новые номеры такие, те, что есть в свете, так? Ну да, ну просто... Да, они чуть-чуть обрабатываются, чуть-чуть добавляется, я же, вот новые, да, вот раньше манипуляции делались с бильярдными шарами, вот, на сегодняшний день есть силикон, есть поролон, то есть это намного проще и удобнее, вот, и уже можно номер сделать больше. Ну просто оно даже из те фокусы, которые изобрели 200-300 лет назад, их люди не видели, вообще не видели. То есть, и как бы для нас сейчас, на самом-то деле, вот уже как-то прошел период, когда мы уже научились делать какие-то прамы, то есть уже начали выступать для людей, то есть и давать выступления в Доме культуры. И то есть у нас наступил тот период, что мы понимаем, новое особо ничего не выпустили. И то есть и мы, получается, возвращаемся, там, берем, смотрим фокусы, которые были 100 лет назад, и мы понимаем то, что если вот этот фокус взять, обработать под наш разговорный стиль, то, в принципе, более-менее что-то должно получиться. А вы же повинні все одно бути шоуменами. Так чи інакше, але вам потрібно працювати в парі, ви повинні один одного десь підмінити, десь додати якоїсь, ну, шарму, там, я не знаю, харизми, так? І ваш, ви будете особливими в будь-якому випадку. І та харизма, вона буде працювати вже на вас, так? Буде вашою візитівкою. Ну, от братів Рай знають, що вони особливі, цікаві. Я зараз дуже хочу, щоб ви показали якийсь, ну, не знаю, ваш особливий номер. Є таке у вашому арсеналі? Ти знаєш, я би сказав... Вот самые, ну, на мой взгляд, такие интересные номера, они делаются вообще с простыми предметами. То есть не надо там выдумывать ничего. Вот каждый фокусник, я не знаю, если видно, ну, вот все ходят, знаете, с такими резинками. Ну, не все, а ты? Ладно, я хожу, я всегда хожу, потому что в любой момент может подойти там на улице ребенок, да, мы вас где-то видели, слышали, а можете что-то показать, да? Как я могу ребенку сказать, что я не готов, да? Ну, чудо, я же делаю чудеса, да, чудеса должны происходить вот так вот и здесь, сейчас же. Вот, поэтому что-то постоянно каждый, я думаю, ну, уважающий себя фокусник, он должен с собой что-то носить. Носить вот. Десь зайчика в кишені, да? Да, да, он должен быть, да, кролик в шляпе, ну, они дохнут в шляпе, но это уже второе дело. Смотри, вот возьмем две резинки, да? Так. Ну, не знаю, выбирай любую. Ну, ця мені більше подобається. Жовта. Хороший вибор, тебе скажу. Ладно, смотри, візьми її отак, да? Смотри, от з такого положення, да? Так і є. Либо я сам боюся, опасний номер, да? Смотри, ти і здесь держиш, правильно? І здесь. То есть, если я разотру, вона пройде, да? Ничего себе. У меня дочка делает, давай объясню. Смотри, ты одеваешь на указательный большой, да? И вот так навкрест, ну, тоже на указательный большой, да, там, не знаю, видно. То есть, видно. Ну, если растереть, то она возьмет и пройдет, да? Просто класс. Слухай, ну, це треба якось подумати, поміскувати, як ти це все повернув, як ти так зробив, щоб вона в тебе прийшла. Ну, это недели три в туалете с резинками, и все работает, я говорю, каждый может научиться. Да, у меня тоже долго не получалось, ну, как бы вообще просто не получалось. А потом я что-то ночью не спал, 2 часа ночи, такой, а ну, где резинки? Стрельнуло, получилось, такой, я хотел позвонить. Взагалі, знаете, дуже багато ілюзіоністів використовують такі от, ну, особливі номери, можуть щось ковтнути таке, так? Можуть щось, ну, небезпечні. У меня сильно рвотний рефлекс, поэтому, что мне не пихали в рот, все заканчивается плохо. А я травмоопасный, мне нельзя ничего такого острого в руки брать. Вы такими використовываете? Нет, честно говоря, мы это не делаем принципиально из-за того, что, понимаешь, вот эти номера будут смотреть дети. Да, они приходят на выступление. А, повторят. Да, и они потом возьмут и будут повторять. То есть мы стараемся этого не делать. Есть взрослые компании, когда нас там заказывают на какие-то мероприятия. Ну и то, к столу. И то это все обговаривается заранее. Да, к столу людям показывают. Да, к столу брать шарик трехметровый, запихивать в
себя, это еще ладно, а потом ты ее достанешь. Все, люди потерялись. Ну, все одно, там голки, оце все, це ж взагалі небезпечно для самого ілюзіоніста, так? Ні. Ніхто не буде рисковати своїм здоров'ям. Ага, не буде, це ілюзія. Все одно це ілюзія. Хоча ілюзіоністи між собою, знаєш, говорять, що... Чем, знаешь, как говорится, чем больше самоубийств, тем меньше самоубийств. Поэтому я чую, что на самом деле режутся, что на самом деле много разных моментов. Ну, она тоже, ну, понимаешь, бывает то, что начинает, ну, тоже знакомый показывал этот номер, говорил, вот отрепетировал все отлично, затупил лезвие, и когда доставал, порезал щеку. Все, номер пришлось прекратить. Но опять же, если бы я делал, я бы не прекращал. Но кто-то такой, все, номер окончен, все, хватит. Слухайте, хлопці, а от насправді, коли людина, наприклад, там пірнає глибоко, так, ми знаємо ці всі номери, потім бачимо, що людина якось вибралася з тих усіх замків, дверей, ну, вона може бути взагалі зав'язана, так, але вибирається. Це ілюзія? Що це? Чи це насправді просто людина так тренувалася, що вона може, вміє це робити? Ну, знаєш, от ці от номери, я от теж встрял, для всіх номерів є своя періодичність. Тобто, наприклад, коли були от ці колодки популярні в 18 столітті, коли людей там заковували шеї, руки, і вибиратися із них, це і удивляло, тому що всі бачили те, що, да, от чоловік там сидить в цих оковах, і з них ніяк не вибратися. А зараз винесеш таку штуку на сцену, і у людей буде перший вопрос – зачем? Ага. Да, то есть, ну, в чем прикол? Да, всему свое время. Раньше женщин распиливали, да, там, делали две проблемы из одной, да, то есть, опять же, зачем вопрос? На самом деле, сегодня, благодаря интернету, все знают, как это делается. Делать такие номера, ну, на мой взгляд, это провально. Ну, вже всі знають. Потому что будет ответ, ну, понимаешь, у людей сразу ответ, либо там двойное дно, либо там зеркала. Угу. Да, я не правий. Так, так. Ти потратив 2000 доларів. Либо, да. А що тоді, які тоді, на чому ви тоді заробляєте? Тоді так мені розкажіть. На чому я заробляю? Ну, я тебе попрошу, не знаю, ну, дай мені денежку, да? Я тебе об'ясню, як ми заробляємо. Я так і знала, чим це завершиться, я просто не знаю. Ну, 500 було б ефектно, звісно. Я розумію. Я от ізначально говорю. Ну, що є, що є. 500 було б намного ефектно. Що є, то є. Тут з рубля особо не заробляєш, як би. Ладно, да, то есть смотри, надо взять там закатать рукава, да, то есть берешь любую купюру, вообще без разницы какую. Ну, 500 эффект не запомню. Да, то есть смотри, вот таким вот образом слаживаешь купюру, да, то есть, еще раз. Самое главное запомни, да, то есть в работе с деньгами, ну, ни в коем случае нельзя рвать, да, то есть взял, дунул. Ну, дую, дую. Да, ну, пацаны знают, надо дунуть. Да, ну, так, и так будет лучше. Так, да, так, так, ух, ух ты! Держи, слушай, непогано, да? Непогано, ще справжній. Ну, самый выгодный курс, да? Не, ну, якщо справжній, я ще, знаешь, то це добре. Нет, ты знаешь, если максимально верить в чудо, они часов 12 ночи станут настоящими, да, то есть... Только под подушку положу. Я обовязково покладу, я тебе завтра зателефонуюсь. Я же, но капля сомнения, ничего не получится. Питаю. Добре, я ж покладу так і зарабатую. Ну, насправді я бачила, коли люди, наприклад, там шукають телефон, а тоді дивляться, що це телефон десь там, через кімнату. Ну, як це відбувається? Як такі ілюзії можуть? От ці номери ви зможете побачити на наших мероприятиях. На правах реклами. На правах реклами. Ну, як ви це робите? Ну, от видите, Ілюха трошки стройнее. Знаєш, чому? Тому що він швидше бігає. Моя ціль – телефон намутити, а його швидко транспортувати з точки А в точку Б. Ні, ну якщо б ви отак, як мені оце гроші зараз замість гривні дали там доларів 100, а там телефон поміняли якийсь на кращу модель, я була б не проти. Нам би ціни не було, я тебе скажу. У нас би заказів було просто немерено. Ну, насправді, як це працює? От ви в парі, так? Ви можете якось його передати, той телефон, чи що? Це секрет же, правда? Ну, звісно, так. Який ілюзіоністи не хочуть відкривати. На самом-то ділі є фокуси для одного чоловіка. От, по-честному, если сказать. И тоже фокусы для одного человека можно посмотреть на наших выступлениях. Да. И то есть оно как-то вот работает, то, что одного человека отвлекаешь,
Действительно, да. А весь зал видит, и весь зал смеется. То есть у нас как-то, благодаря нашему менталитету, вот у нас есть такое посмеяться с ближнего, и вот такие номера очень хорошо заходят. Дуже непогано, да. Так. Ну, да. Але ж вони насправді то чесні. Ну, да. Я маю на увазі, ми, що... Да. Да, да, да. Ну, чесно говорим, да, що ми вас дурим, так, якби ізначально. Так, і насправді люди це розуміють. Діти, які номери вони найбільше сприймають? Їх же зараз нічим не здивуєш. Ну, я тебе скажу, от животні удивляють дітей. Да, у нас есть вот номера там с кроликами. Ну, у нас не стандартные номера с кроликами, да. Ну, тоже можно прийти и посмотреть. Да. Ну что, хлопцы, давайте уже часу мало. Да. Один еще номер ваш. Один, наостанок. М? Да, я тебе покажу, знаешь, вот самый... Я думаю, сейчас все думают, что он сидит с веревкой на шее, да? А я же вот. Хотела запитать. Я думала, что это... тебе имидж такой, Саш. Нет, это мой любимый номер. Я, честно говоря... Очень много сил потратил для того, чтобы его выучить. Ну, супер. Дивимось. Ну, я думаю, ты как взрослый человек уже должна понимать, да, что у любой уважающей себе веревки, правильно? Смотри, есть как минимум два конца и середина, да? Угу. То есть это нормально. Ну, ну когда мы с ним работаем, да, то есть ну, факт веревки с тремя концами, ну, такое, да? Хотя ой, можно всегда взять, знаю, да, и це просто... ну, добавить четвертый, да? Ничего себе. Пять делаем? Ну, я, да давай. Детство а такое, а да? Ты можешь шесть сделать? Нет, запомни, у веревок больше, чем два быть не может, да? То есть, ну, она так продается. Слушай, ну, это просто... Хотя можно взять. А можно я возьму? Я тебе дам ее посмыкать, и богу, да? Смотри. Да просто мне кажется, что ты сейчас тут накрутил. Надо взять конец, да, и так через рука вот перекинуть, да? А як ти? Медленно. Ну, слухай, в тебе ж, в тебе, дивись, у тебе ось аж тут закінчується, в тебе ж немає нічого тут, куди ти це ховаєш? Та я взагалі нічого не прячу, смотри, да, то есть весь секрет, да, то есть весь секрет у нас в концах, да, то есть, ну, любой варианте, то есть концы надо взять, смотри, вот так вот положить их сверху, да, ну, так реалистично лежат, да, вот, ну, до вот этого момента, да. Нічого собі. Це ж ти внимательний чоловік, я тебе скажу. Ти, ну, це з тобою приємно круто. Роботи. Просто, Саша, ну просто надзвичайно, правда. Ні, ладно, як смотри, ти да, це робиш? В тебе в руках, в тебе в руках оці кінці? В тебе в руках ще є? А ти можеш показати от руки свої? Смотри, да, на самому ти, початку. Ти береш ножниці, розрізаєш, правильно? Тобто береш ще одну вірьовку. Да, тобто показуєш, що у тебе є одна, вторая і третя. Так. Хоча, якщо я візьму кінець одної, правильно? Конец, смотри, второй. Ну, и конец третий. Сколько одинаковых будет? Так, а в тебе на шее ну, же, да? Же ті... Смотри, одна короткая, средняя и длинная, да? Не знаю, ты хотела... Просто жах, просто жах, я не знаю. Ребят, по 4 гривны на Курчатова метр, если надо кому-то. Я там беру, реально хорошая веревка. Ну, просто неймовірно, чесно. Неймовірні такі і номери, і ай, мене, давай, я тебе мене покажу, слів Господи, немає. Смотри, да, ти, ти береш три вірьовки. Так, да? Три. Ну, три їх є. Да, то есть, смотри, береш конец длинний, так. Конец середній, угу. Ну, конец маленький. Да? Взяла, угу. Дунула, сделала три одинакові, да? Показала, що є одна, вторая. Ну, як? Супер просто. Одну почепив. Одна в тебе там висить. З трьома просто ніхто не працює. Да? Тобто, я не знаю людей, хто б з двома працював. Да? Тобто, всі з одною і так заходять. Да? Хлопці, ну супер, да. Молодці. Да, да. Ні, вірюки, мені дуже тяжело, подобається я все, що ви зробили. Ну, просто неймовірні. Справді. І оце останній ну, просто мене здивував. І я ще досі не знаю, як ти береш це середину, робиш. Береш середину, так. Блядь, без середини. Клас. Ну, ніяк. А, лет 10 учился, я тебе скажу, да, то есть взять середину. Неймовірно, неймовірно просто, да? Неймовірно. Я, мені здається, що десь у тебе тут отак в долонях щось тут ховаєш. Ні-ні, ми нічого не резали, как бы. А ту? Смисла нет. Смисла нет вообще, да? І тут все є. Ну, хлопці, я вам бажаю успіхів, справді. Дивувати, дивувати, і ще більше дивувати. Нехай люди приходять до вас, і знаєте, як диво, воно завжди потрібне в нашому житті. Особливо, якщо це диво, приємне. Так, і коли хочеться ще побачити щось і здивуватися, як ви це робите, ну насправді дуже багато роботи. От те, що ви робите, тут треба знати, вміти, тут треба дуже багато років, так, 10 років пішло. Ну, насправді, може, і менше, я не знаю. Знаєш, я би сказав, мало фокусників по двом причинам, да? Перша причина це, ну, це дорого, на самом деле. Вторая причина це ужасно скучно. Вот сидеть, перетягивать, вот, для того, щоб показати, да, номер з резинкой, тебе треба вбити місяця 3.
сидеть ее перетягивать. Это скучно. Показывать весело. Так. Ну, але ж це має свій результат. Да, да, да. Той результат, який вже сьогодні ви нам показали усім, хлопці, ну, це просто супер. Дякую вам ще раз. Так, хочеться до вас прийти, подивитися на велику сцену. Приходи обов'язково. Побачити, як ви там працюєте. Ну, звичайно ж, я буду одна з перших, так що телефонуйте, кажіть, коли у вас будуть концерти, я обов'язково. Ну, а ми з вами зустрінемось вже за декілька хвилин. Thank you.